Я большой дяденька. Так, дайте мне кого-нибудь все-таки схватить, а? Дайте помочь. Так, ничего не дают. Пушистики, всем привет, с вами Капанда, очень большой, но медлительный бамбуковый медведь. Так, друзья, сегодня играем в Roblox боку, но Roblox ремастер. Ну, это тот, который по моя геройская академия. И у нас, друзья, здесь вышли очередные коды. Новые кодики, друзья, ну, наверное, и старые, я вам тоже покажу, потому что мало ли кто-то, может быть, еще не вводил, да? Ладно, давайте не будем тянуть. Так. Кто-то меня уже пытается расколупать. Бэйнч. Да, кто-то там бегает. Подлетели. О, это что, Редкэт? Нет. Ну, похож. Так, ладненько, друзья, про что это я? А, да, точно, новые коды. Давайте уже не будем тянуть, быстренько туда забегаем. Заходим Options, заходим Codes. Первый код у нас посвящен 50 миллионам визитам. То есть в этот режим зашло 50 миллионов человек. 50, ну это очень много, друзья. И в честь этого события разраб сделал нам кодик. Давайте, конечно же, прожмякиваем Confirm, вводим его и получаем 50 тысяч кэша. Так, блин, кто-то меня все колупать пытается, а? Сейчас что-нибудь закручу, заверчу, замучу. Ладно, тихо, я здесь вроде спрятался, меня не видно, да? За этой табличкой. Надеюсь, они меня не видят. Но это не точно. Так, ладно, друзья. Следующий код, который у нас также присутствует, это Мирио. Ну, M1RIO. Он посвящен, друзья, 180 тысячам лайкам в игре. То есть 180 тысяч лайков прожмякали, и разраб ввел код. И он сказал, то, что когда будет 190 тысяч лайков, будет следующий код. Поэтому давайте тоже жмякаем лайкос не только мне, но и разрабу в игре. Ладно, друзья, давайте его вводим и получаем еще 50 тысяч, друзья. Вот это были два новых кода. Короче, мы за 2 минутки, да, буквально даже за минутку, да, если бы тут меньше болтал, еще заработали 100 тысяч. Поэтому забегайте, конечно же, быстренько и вводите. Давайте я вам сейчас покажу еще остальные коды, которые старые у нас, но, возможно, кто-то их еще не вводил. Поэтому есть у нас еще кодик J4NI5T. Ну, я его уже вводил, друзья. Вы тоже вводите, если не вводили. Также код TOFU. О, нифига себе, я его, кажется, не вводил. Точно, тофу, еще полтинник. Ништяк, это получается 3. Что-то я его где-то прошляпил, друзья. Ништяк. Как говорится, мелочь, а приятно. Как приятно, когда не ожидаешь, что тебе что-то перепадет, и тебе перепадает. Так, друзья, еще старый код, это Brun It's Desi. Тоже я его уже вводил и показывал мне раз. А также код Sub to Builder Boy TV. Тоже он меня, он уже, друзья, введен. Там дается уже по 25 тысяч, ну то есть поменьше. Грубо говоря, друзья, за 2 минутки мы с вами срубили... О, у меня 5 миллионов. За 2 минутки, друзья, срубили с вами полностью 150 косариков. О, ништяк. Так, а что я здесь проснулся? О, мои подписчики, друзья, нифига себе, все крутые, все крутые. Так. Кто меня там расколупать пытается? Сейчас как вырасту. Так, по-моему, на X как-то можно схватить. Дайте, а нет, по-моему, на С. На С схватить быстро кого-нибудь. Уй, фига себе, это у меня же такой причесончик, что ли, был, а? Кстати, друзья, у меня миллион, можно будет опять паролить, да? Я тут как-то сливал роллы эти все. Хотел выбить Легуту, но так и не выпало, друзья. Пишите в комментариях, какой у вас уровень и какая у вас... ну, какой квирк, хотел сказать, Кагуна уже. Так, кто-то слишком много переиграл. Врагулик, кто-то слишком тут лежит на асфальте. Главное, своей... мордочкой не поцарапать этот прекрасный черный асфальт. Да что они все там до меня пытаются донести, а? Та-та-та-ра-та-та-та, включи ПВП. Ага, сейчас. 10 раз. Все, я побежал. Вы злые, вы все меня тюкаете. Да ладно, я пошутил. Обнимашки, друзья, обнимашечки. Ништяк. Ладно, это мы потом как-нибудь зайдем на стриме, поиграем. Я маленько сегодня тоже покачался. Пару уровней буквально поднял. Сколько там? Около 20. Ну да ладно, не с том суть важно. Друзья, короче, все эти коды, как всегда, будут в описании. Просто забегайте, Ctrl-C, Ctrl-V, быстро их вводите и прожмякивайте. Да кто там все пытается меня там что-то... Они все пытаются меня заколупать. Что, не видите, я большой. Я большой дяденька. Так, дайте мне кого-нибудь все-таки схватить, а? Дайте помочь. Так, ничего не дают. Ничего не дают сделать. Все, я побежал, короче. Я побежал. О, есть тут моби. Мобика хочу схватить. Капец, они такие маленькие, я их там не вижу. Они где-то мелкие. Так, ну зато можно сделать вот так. Хоп! И я нормальный.
да? Но так уже схватить нельзя, друзья. Так уже ничего не хватается, так ничего нельзя сделать. Ладно, друзья, на этом видос короткий я только буду завершать. Вводите коды, пока они еще активны, потому что в скором времени их прикроют. Но зато на их место придут новые. Все, друзья, передаю всем пламенный, бамбуковый, здоровенный, офигенный привет. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Да что они там все меня колупают, а? Все, друзья, с вами был бамбуковый медведь Капан. Да, увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.